Джимми, ну что ты опять пристал? Отстань от кабана! Ты можешь за мной не ходить, Джимми? Успокойся, потом я тебя покормлю завтра. Уходи, беги, кабан, беги! Куда бежать-то? Он бегает за мной, он меня преследует постоянно. Чё ему надо, добрый, ты вообще понимаешь, кабан, что он говорит? Кабан, беги, беги, я не знаю, это Джимми, никто не понимает, что он говорит. Чёрт, так, а куда бежать-то, ё-моё, где он? Я не знаю, сама? Кабан, он хочет тебя, убегай. Нет! Он любит мясо. Добрый, я сел на одноколёсный велосипед, ты где? Он не может пройти через дверь, кабан, я помогу ему. Нет, добрый, зачем? Садись на велосипед, он там велосипед, добрый, поехали. Так, поехали, кабан. Вот он каждое лето приезжает и пристает ко мне, и все, его не может мать забрать. Поехали, поехали, уедем отсюда, поехали на станцию. А, кабан, бежит за тобой. А, все еще, зачем он так быстро бегает? Так, вот, сюда там, поехали. Быстрее, добрый, забираемся без него, забираемся. Пока, Джимми. Мы из-за него переехали в другой город, ё-моё. Какой хороший вид. О, стена. Вот, вот, ладно, тут не очень хороший. А мы вообще куда едем, добрый? А я не знаю, ты куда билет купил? Просто вперед. Как такого не бывает? А, Джимми! Он уже здесь, ё-моё! Почему ты постоянно за нами ходишь? Тут дороги нету, кабан, надо дорогу такое починить. Что? Не кажется, или она шевелится? Да нет, а... Что это? Добрый, я не пойду туда! Никогда в жизни! О, яблоки! Так, еще возьмем пару мечей. Че? Кабан, я тебе говорил, не оставляй свои козявки в пещере. Вот посмотри, во что они превратились. Ё-моё, ладно, погнали, добрый. А куда нам вообще идти-то? Нам нужно угля, может, добыть. Может, уголь закончится в поезде. Нам надо железо добыть, чтобы починить дорогу железную. Так, я туда явно не хочу. Там это сопля и вроде тупик, я туда не пойду. Тут тоже сопля, кабан. Тут ее вроде нету. А тут вроде вообще ничего нету. Ладно, пойдем через соплю. Аккуратно, кабан, главное не попадись. Пойдем через сопли, господи. Ну что такое? Кабан, ну что это, ну значит... А, он дерется! Господи, не знаю, давай в бой, ау. Если ты ешь яблоки, добрый. О, все, у меня нет яблок, откуда у тебя яблоки? Я их из сундука взял. А мне сказать нельзя было? Я сказал, тут яблоки в сундуке. Так, дальше идем, значит, надеюсь, таких вот... О, железо, железо, отлично. Это добываем. Так, нам Джимми говорит, что нужно 5 железных слитков. Окей, ладно, сделаем. У меня есть 5 железа, у тебя сколько? А, у меня тоже 5. Что, где? Да все, уже я ее срубил. Все, добрый, пойдем, я готов. Уголь тоже есть. О, господи, запугал меня. Я тут этот хотели. Я не знаю, помоги, кабан! Добрый! Ну добрый, за тобой бегать наконец-то! Отстань от меня! Переплавляем! Джимми, ну что? Да сейчас мы починим поезд, отстань! Ай, поешь уголь! Какой приставучий! На яблоко поешь! Не, яблоко я сам возьму! Я сделал 5 железа, и что дальше? А, подожди, что это такое? А что такое? Майнкарт? Это вагонетка, что ли? Надо вагонетку сделать. А, да что, мы не сможем починить поезд, нам просто вагонетку надо сделать. Да, все, я сделал вагонетку, и что дальше-то? Мы сможем на поезде. О, смотри, починила железная дорога, когда я сделал вагонетку. А, поехали тогда. Поехали, а ты где? В поезде. Так мы не сможем в поезде ехать, добрый. Почему? Починилось же все, нет? Он никак не сможет повернуть, ты смотри, какую 90 градусов угол. А кто вообще делает железную дорогу? Они что, сумасшедшие? Я не знаю, но этот поезд не повернет вообще никак, чисто физически даже он не развернется. Нам придется ехать на вагонетке. Хорошо, поехали, кабан. А, Джимми! Джимми, за тобой! Джимми, пешочком давай, ты быстрый, легкоатлет, я знаю. Кофига он быстро бегает. Я знаю. Не садись ко мне, не садись ко мне. А, добрый, сваливаем от него. Ты под землю провалился, тебе там как нормально. Так ты тоже. Хамайка какая-то. А где Джимми? А куда мы вообще едем? Да я не знаю. Подальше от него, он уже надоел. А! Вот он опять тут стоит, значит. Набираем. Так, неплохо. Так, и что нам дальше надо? Что он там говорит? Ням-ням-ням. Нам нужно, короче, найти его сокровища здесь. Какие-то он сокровища спрятал в пещере. Давным-давно. А зачем нам искать сокровища, Джимми? Ну он от нас не отстанет, он слезно просит. Ой, ну пойдем. Надеюсь, тут не будет соплей этих опять. Господи, что это? Да-да-да! Посмотри, иди туда, посмотри, он туда вот. Добрый, нам сюда! Давай, сюда! Джимми, сумасшедший, что ли? Зачем столько пауков-то здесь расставил? Не знаю, хоть должно быть там сокровище. Нашел! О, отлично. Сундук! О, сокровище неплохое! 7 незаритовых блоков! Отлично! Это нормально. Хорошо, дадим ему 2.
Больше его не надо. Все, давай сваливаем отсюда, или ты что-то еще погнали, хочешь погнали, посмотреть погнали, здесь? Погнали. А что тут смотреть вообще? Да я не знаю. Что, дорога сама строится? Майя какая-то, поехали! Джимми, ты там это, нормально у тебя все? Добрый, я пересел вагонетку, добрый, твою вагонетку забрал! Чёрт, Джимми, отдай вагонетку! Добрый, нас с воздуха душат! Джимми, ну иди пешком! Так ты мог ему вагонетку сломать, добрый? Я не успевал! Я тебя сейчас прямо отправлю, смотри! А-а-а! Добрый, прощай! When I see you, hey! Добрый, за мной Джимми бежит, почему не за тобой побежал? Ё-моё, какие-то дома заброшенные. Капец, добрый, я надеюсь, ты меня скоро догонишь. Так, я, короче, здесь остановлюсь. Я тебя подожду, постучу, в домах есть. Так, сундук, опа, все то же самое, хорошо. Дополним себе броню. Отличненько. Ты едешь, добрый? Все, я поехал, добрый, догонишь, надеюсь. Свинец с дороги. Едем, 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 блин. Что? Это что такое? Вагонетка едет. Сама по себе, что? Она по боку едет, чего? Она даже не по рельсу. Какой-то прикол. Добрый, я не знаю, слышишь ли ты меня, но тут какая-то жесть. Какой-то замок. Какая-то красная ковровая дорожка. Мне кажется, я еду в какое-то опасное место на самом-то деле. Хоть бы это был просто санаторий или больница. Ё-моё, молния бьет. Уже страшно. Так, скелеты. А! Это что, врачи? Так, ребята, не надо бить меня. О! А! Все потемнело! Все потемнело в глазах! Помогите мне! Кто-нибудь! А, летучие мыши кусаются! А, тут что такое? Джимми! Добрый! Добрый, Джимми забрали! Собрал какой-то огромный дядя! Джимми, отпустите Джимми! Отпустите! Черт! Капец, я теперь совсем один, а где добрый? Его-то тут со мной нет! Так, ребята, я не знаю, что происходит, но... О, добрый! Здорово! А ты где был? Что? Чего? Ты куда исчез? Капец, что за мистика происходит? Так, тут говнина, здесь у нас что? Говнина, жаль. Ладно, давайте пойдем наверх, может быть, добренький уже там. Это был просто мираж. О, конфетка. Добрый, а твой ник вижу. А я твой. А ты где был? Чё ты пропадаешь? Я здесь. Поднимайся наверх, чё ты там стоишь-то в воде? Что? Чё? Кого? Да что за хрень-то происходит? Ё-моё! Мне кто-нибудь объяснит? Так, ладно, пойду просто по вкусным конфетам. Так, вроде все хорошо. Ой, журнал какой-то. Камон, 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 камон! Бежим! Что? Бежим, камон, бежим! Бежим, журнал... бежим! Что? Камон, валим отсюда! Я тут осматриваюсь. Сюда? Куда? Сюда? Куда? Да где ты? Чего? Что? Куда добрый пропал? Куда идти-то? Что за вообще за место странное? Какие-то алтари. Чё, куда я вообще попал-то? Ё-моё, мне кто-нибудь объяснит. Я просто ехал на вагонетке, все потемнело, и все, и я здесь уже. Так, ладно, давайте туда сходим. Что здесь у нас? Страшно, капец, ребята, вы не представляете. Так, вот тут есть лестница. Так, это что такое? Что вообще за кровь? Добрый. Странно, конечно, да. Добрый, хай, а ты где? Это что такое? Это что, кровь, смысле, что ли? Где? Здесь? Черт, пойдем за мной. Ты где постоянно пойдем? Бегаешь? Ты куда-то. Я все с тобой бегал. Не отвечаешь мне чего-то. Все, да. Мысли всегда отвечаю. Поднимайся наверх, я там уже все был. Так, это что такое? А! А! Каван! Ребята! Каван! Господи! Это вампиры! Это пришленцы! Это вампиры! А это вампиры! Аккуратно, Каван! Чего? А, он превратился в тысячу мышь! Почти его! О! Все, получилось! Отлично! Что, в замке у вампиров, что ли? Ох, повезло. Добрый. О, еще какой-то журнал. Что с Джимми случилось-то? Интересно, кнопка какая-то. Что-то открылось. О, смотри, добрый, секретный проход. А может, свалим отсюда? Куда? Так пойдем, да, это, скорее всего, на выход, наружу. Вот, наверх, погнали. Конфетку поднял. Это нам Джимми оставляет, чтобы мы знали, куда его тащили. Вот еще конфета. Это Джимми. А, паук. А, еще паук. А, господи. Что? Скелет добавил маленького пауке. Капец. А, а, господи, очень много! Добрый, прости, я тебя-то убил, то есть. Ирич, Хабан, не сдавайся! У меня сейчас сердца закончатся. Все вроде. Все, отбились, да? Нет! Че тут все в пауках, ты в крови? Добрый, ты где? Да, я в тюрьму попал! Так, надо, короче, выбираться, значит, в другую сторону надо плыть. Вот опять, Добрый, куда ты исчез? И даже ничего не сказал. Что за мистика? А я тут, Кабан, рядом с тобой! Что с тобой происходит? Ты пропадаешь куда-то постоянно. Ты вообще я никуда не пробегаю, всегда пропал? С тобой бегаю. Ты в курсе, что Джимми тоже пропал?
О, конфеты. Так, тихо, мы вроде вышли, смотри, можем пойти домой. А куда? Что? Что? Господи, откуда здесь? Ловушка. Ловушки. А-а-а! Что ты сделал? Кабан! Что ты сделал? Я не знаю, я по конфетку подобрал. Ничего не видно. Я ничего не вижу! Это была ловушка! Это была ловушка! Что? Нас поймали опять, добрый. Нам опять надерут задницу, ты понимаешь? Да не, нормально. Вроде тут светло даже, нормально. Можно. Кстати, тут уютно, поспим здесь, поживем, может. Мей, да, есть буш. Да, у меня тоже есть. Вот морковка. Да. Блин, и яблоко забрал, и морковку забрал. Ладно, пойдем посмотрим, что там дальше. Не-не-не-не-не, я туда не пойду. Все, не, там смерть. Там чисто надо сдохнуть. Ё-моё. Смерть с косой, добрый! Она, сука, ей больно, кстати, нормально. Ты че, добрый, ты что сделал? Ты что, реально разбился? Блин, походу мне придется одному через спасать Джимми. Я даже не знаю, что теперь делать. Меня тут поймала паутина, и знаю вообще, как добрый упал. Ты же сдох. А, добрый! Крыса! Мы тут спавнимся теперь. Ну все понятно. Ну, да. Тогда можно сдохнуть. Погнали! В бой, кабан! Иду в бой, у тебя где броня-то? Ты где всю броню-то просрал? Точно, где-то просрал. Это что такое? Она двигается, стрекая вонючая. Добрый, там вообще-то Джимми в опасности, мы должны как бы и поторопиться немножко, нет? Ну ладно, давай. А ну пойдем, так, ну да, наверное, наверх просто надо, и чё? Ооо, щит, добрый, он здесь, уверен, что нам наверх? А где Джимми? Слушай, Джимми, походу, его уже, тут съели, скорее всего. Зачем ему оставлять жуху? Не то, что он бессмертный. Кто, Джимми? Или вот это нет, вот? Нет, этот мужик. А что у него в руках вообще непонятно? Ох, у него такие нормальные топорики-то. Это какие-то Васьки с завода, добрый, бьём их! Они, походу, тоже бессмертные! У меня трудовик так выглядел, добрый! Быстрее! Ещё! Хорошо! Ай, чёрт! Добрый! Чё не вижу? Нас опять мучит! Да хватит призывать своих вонючек. А опять в летучую мышь превратился, не а! Он пошел от тебя, кабан! Ничего не видно! Добрый, что он бьет, помоги! Бежи его, кабан! Наверное, вообще плохо было! Как думаешь, его сначала съели? Руки или ноги? Да, мне кажется, что он застрял в своей же паутине. Добрый, зачем ты? Давай, зажимаем! Все! Ах, капец, граф Дракула, лох, конечно. Все, Дракула, been defended. Что делаем, добрый? Не знаю, нам надо Джимми найти, походу. Вот он! В клетке, смотри, сидит. Че, в клетке? А, кстати, давай, потому что он, знаешь, так надоел, капец, за мной бегать постоянно. Дай ему хотя бы, чтобы подышать мог, откроем что-нибудь. Не открывается. Надо как-то открыть. Надо цепь сломать. А, и вот это тоже. А, кнопка! О, вот хорош! Так. Все! Отлично! Блин. Джимми и Сейв, добрый, мы его спасли! Что делаем? Ура, кабанчик, поздравляю тебя! Ну, слушай, у нас теперь есть замок Дракулы, он наш. О, что, мы теперь просто можем здесь жить? Ну, да, и все, и будем ролики снимать. Вот это чур моя комната. А там еще сверху что-то есть. Так, может, это статуя... О, я статую сломал, кстати. А, бедная статуя. А, так вот она, добрая, она как яйцо телепортируется. Что, серьезно? Вот она, да. О, господи! А, теперь здесь, что делать будешь? Надо, может, это, блок поставить и сломать. Не работает. Ну, ладно, пусть стоит там. Ох, ты посмотри, добрый, незритовая кираса. Добрый, капец, тут еще, короче, незритовые поножи, меч, кираса. Что это такое? Это что такое? Что это? Что, какие-то призраки-защитники, что ли? Капец, обосраться можно. Добрый, а ты где, кстати? Ты сломал эти-то? Спавнеры-то, да? Добрый, ты где? Я надеюсь, это не добрый. Нет. Ай! Здрасте. А вы кто? Джимера, ну-ка разберись. Ты кто такой? Эй, куда пропал? Мужик, ты кто? Ты что, вампир? А, блин, я даже ударить его не могу. Сраные вампиры тут развелись. Это вообще на мой замок. А ну иди в жопу. Добрый, ты где? Помоги, тут последний вампир остался. Что? Чё, динамит? Джимми, разберись. Зачем он это делает? Я не понимаю. Как будто он думает, что он что-то подождёт. Это мой новый дом. Мы здесь живем с своим другом Бимбра. И всё, тебе это не сломать. А-а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 -
блин, черт, у нас ни потолка, и пола даже нету. Капец, еще и пещерки повылезали, ё-моё. Так, ладно, ребята, на этом ролик подходит к концу. Я пошел искать доброго. А вы не забудьте подписываться на канал и ставить лайки. Всем пока! В следующем ролике мы будем искать уже доброго, ё-моё.